Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности опубликовали совместное заявление по поводу присвоения армянами музыки из комедии азербайджанского композитора Узира Гаджибели «Нита Такета» и других образцов азербайджанского музыкального наследия. Музыка из комедии композитора Узира Гаджибели «Нита Такета» была размещена на платформе YouTube под названием «Танец Ваграшабата», якобы написанная армянским композитором Арно Бабаджаняном. Узир Гаджибели написал музыку к музыкальной комедии «Нита Такета» в 1910 году, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Было подчеркнуто, что являющаяся членом ООН Армения не выполняет взятые на себя обязательства по защите прав интеллектуальной собственности и продолжает грубо нарушать нормы международного права в области интеллектуальной собственности, а также в других вопросах. «Мы требуем у соответствующих государственных структур Армении устранить вышеупомянутые случаи присвоения произведений Узира Гаджибели», говорится в сообщении.